Всем привет! На календаре 10 мая. Прогуляемся сегодня по вот такому вот сосновому лесу. Я только зашел, 5 минут прошелся. И где-то тут мне уже есть что показать. Ага, вот он. Вот такой вот масленок. Более-менее нормальный, забираем. Еще вот какие-то грибы. Не знаю, что это. Просто показываю. Брать я их не буду. Заметил вот еще один. Он сухой вообще. К сожалению, в сосновом лесу я больше ничего не нашел. Пришел вот в такой вот ельник посмотреть. Ну, как минимум один уже попался. Идем дальше. Вот хороший. Аж два их. Так, смотрим по сторонам. Ну, вроде больше не вижу. Забираем эти два. Так. Идем дальше. За елочкой вижу один. Отлично. Так, смотрим дальше. Маленький вот стоит прям боком. Как-то странно. Отлично. В траве еле-еле заметил. Вот такой вот. Так, смотрим дальше. Вот впереди спиленная какая-то ветка, а за ним масленок. Так, как туда пробраться бы? Так. Дерево вот такое вот покосившееся. И под ним масленок вижу. Аж два даже. Вот второй. И три, и третий даже вижу. Раз. Ну, этот уже порченный. Очень сильно. Вот второй. Тоже порченный. И тут где-то маленький третий я видел. Ага, вижу. Вот такой вот. И он тоже порченный. Можно сказать, что первая волна уже проходит. Маслят. Не успел отойти, прям под ногами. Вот здесь нашел еще один. Ну, а этот уже хороший. Вон те два лежат. Вон один, второй. И вот такой прям под ногами классный нашелся.
Еще смотрю сейчас. Кустарники вот заметил. Стоит один. Берем. Вот около какой-то ветки один нашел. Смотрим дальше. Под деревом еще один вот. Хороший. Берем. Вроде по сторонам посмотрел, нету больше. Идем дальше. О, заметил. Довольно большой. А тут их целая куча просто. О как, тут их раз, два, три, четыре, около шесть, а может и больше даже, в одной куче. Класс. Смотрим дальше. Ну что, думаю, на сегодня хватит грибалки. Давайте посмотрим на результат. Большую часть времени я проходил в сосновом лесу, как оказалось, зря. Грибов там нету. Пришлось идти в другое место, в еловый лес. Там хоть что-то вот нашел. Такие вот неплохие. Ну, результат есть. Это больше, чем ничего. Будет что пожарить. Ну а на этом все. Ставьте лайкос и всем пока.